В императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры. Смотрим. Ежегодно число поступивших в аспирантуру варьируется. В этом году аспирантами Казанского федерального университета стали 199 человек. Мероприятие началось с приветственного слова проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского. Сегодня у нас 195 аспирантов получают дипломы об окончании аспирантуры, и 4 аспиранта еще у нас выполнили не только план обучения в аспирантуре, но они успели за год обучения в аспирантуре защитить свои кандидатские диссертации, и с чем, в общем-то, я их должен обязательно поздравить, поскольку это действительно работа на знак качества. Далее состоялось вручение дипломов выпускникам аспирантуры Казанского федерального университета. Среди выпускников аспирантуры много иностранных граждан. Я очень рада, что я получила диплом аспирантуры, и я уже до сих пор, я уже здесь училась 6 лет. Очень нравится наш университет и наша кафедра, потому что они помогали мне улучшить свой русский язык и дали мне возможность познакомиться с культурой России, культурой Татарстана. В процессе учебы мне удалось множество интересных проектов осуществить, которые были поддержаны в том числе Российским фондом фундаментальных исследований. Поэтому я считаю, что я время провел с пользой, с интересом и надеюсь продолжить работу в Казанском федеральном университете и дальше. Многие выпускники аспирантуры КФУ работают в научных учреждениях, образовательных организациях. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.